Привет, друзья! С вами я, Надежда, и мой канал «Сочи и путешествия». Сейчас мы гуляем по Адлеру. Улица Кирова. Это откуда же такая стая? Стая собак. Часы стоят.
Понедельник. Рынок закрыт в Адлере. Ну, пришли в нашу любимую чебуречную. Сейчас чебуречка покушаем. Народу уже сейчас столько нет. Хорошо, сезон кончился. Что мы здесь сядем за этот стол? Ой, вот они, чебуречки прибыли. Пушистенькие, хорошенькие. Чебуреки стоимость 90 рублей. Что с сыром, что с мясом. Цена одна. Вот зашли в чебуречную, покушали чебуречки. Очень вкусные. Ну, это вкусно. Около рядом с рынком. Очень хорошие чебуречные. Здесь всегда народ. Все, даже сейчас, когда кончился сезон, народ все равно есть. Вот, люди кушают. Чебуреки с сыром, чебуреки с мясом. Цена 90 рублей. Ну, пойдемте дальше гулять. Адлер. Чебуречная, в которой мы сейчас были. А на этом все. Наша прогулка по Адлеру закончена. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. До встречи.